Hi. This is the beginning. I have a fresh cut. And a little bit touch up with the color. Сейчас посмотрите, что будет дальше. Телефон некуда было поставить, поэтому начало не сняла. А потом сообразила, что можно... Ёшки-мошки. Что можно вот так в уголок его влепить. Just put in the corner and be happy. Oh my goodness. All right, if you want to still watch it. I did the back already. Well, same thing like my previous videos. Все то же самое. Отделяю попрядно. Конечно, на моих видео все это быстренько-быстренько. И вам кажется, что я с невероятной скоростью все это делаю, да? My previous videos, everything is fast, so it seems I do it very, very fast, but actually, this is my normal speed. Вот нормальная скорость. Yes, I'm here. Wait. Oh, конечно, сейчас. Ладно. Муж зовет. Сейчас вернусь. Ну вот, я накрутилась и руками все растеребила. Пользуюсь вот таким паф. Паф ми. Для... Для чего я это делаю? Для того, чтобы корни были такие жесткие и объем был... Так, раз-раз и втираю. Видите, сразу как все встает. В общем, собираемся гулять с мужем. О, мой goodness. Я прямо ля 60-й, платье в горошек. В общем, ничего под рукой нет, потому что мы в гостинице. We're in a hotel. I don't have any brushes or anything. So, I'm gonna just use my fingers. Fingers always work. Ну вот, одна сторона уже почти готова. Опять. Ходил за лаком. Hairspray. Full Mitchell. Жду, когда высохнет. Нифига себе. Вот так. Иногда выставляю свои видео, и меня блокируют, потому что музыка у меня не та. Что? Авторские права и все такое. Мне так нравится всякую хорошую музычку ставить. Ой. Ну, вот так, в общем-то, достаточно хорошо. Так, сейчас сбоку идут. Так, я так быстренько глянула сзади. Все нормально. Сейчас покажу вам. Вот такое гнездо. Ну как?
красотень, можно идти с мужем for dinner. Into restaurant. Русский, по-английски, все в перемешку. В общем, сейчас одену свои лабутины и пойду. Люблю вас всех!